То я. Дайте скорей потрогать. На вкус, на запах. Кто боится темноты? Позвольте посмотреть. А ту его лови. Возможно, это имя и фамилия. Скорее положение и пол. Нет? Ну тогда похоже тело. Ах, как изменчиво оно. Вчера еще под стол глядела, а нынче норовит в соседке на окно. Играем в прятки. Кто я? Мысль, желание, эмоции, материя, мираж. Кто я? Ау, не в меру шутка затянулась. Объявлен розыск. Потерялся я. Приметы? С этим трудности, друзья. Ведь до сих пор не знаю я, кто я. Это тело или нечто большее? Пожалуй, это один из главных вопросов. Я человек. Я человек. Я себя ощущаю больше как энергию. Каждый день мы принимаем десятки, сотни разных решений. Одни из них, как нам кажется, влияют на нашу жизнь, другие – нет. А если посмотреть глобально, есть ли у нас выбор? Да, выбор всегда есть у меня. Вот. Правда, я не всегда понимаю, где точно мой выбор и где выбор навязан кем-то. И я не всегда это отслеживаю. Вот. И такого случая, когда я говорил, у меня нет выбора, не было. То есть у меня всегда было что-то А, Б, С. Я из этого выбирал, в зависимости от того, насколько я готов к тому или иному выбору. Ну, вот. Выбор всегда есть. Да, выбор есть всегда. И это зависит от не только от внутренних ощущений, но и не только делать хорошо или плохо, а это, как мне кажется, что выбор – это быть тем, кем ты хочешь. Я это осознала, когда, работая и занимаясь тем, что тебе не приносит радости, оказывается, что можно сделать другой выбор – быть счастливым человеком, и это тоже выбор. Быть с тем человеком, которого ты любишь, быть на том месте, кем ты хочешь, учиться тому, что тебе интересно. И даже выбирая еду, куда поехать, одежду друзей, которые тебя окружают, это и есть выбор, и он основан просто на ежесекундных мыслях и позывах, так скажем. Закат миллиарды лет, и тонет солнце в полоске горизонта. Зачем? Я вновь и вновь врываюсь в этот свет. В который раз? Рождение, мука, тепло любимых рук, крик, радость возвращения, прощения, ощущения, обращения. И атовизм крыла. Какая суета! Детство – открытие, свершение, разочарование. А что у нас, взрослых? Что нас ждет впереди? Зачем мы пришли на эту землю? Я об этом всегда задавалась вопросом. Я не знаю, с какого возраста это произошло. То есть я все время задавала и маме вопросы, там постоянно где-то читала, зачем мы приходим на землю. Дети всегда плачут, да, о том, что ну, страшно потом покидать этот мир. Вот. Я пошла к человеку, и мы по дате рождения составили, и там есть, что моя душа должна сделать вот, в земной жизни, какие у меня должны быть цели, что я делаю, правильно ли делаю. Я не знаю. Я думаю, что это какие-то вынужденные поступки. Наверное. Даже по моей жизни я бы не сказал, что я что-то делал добровольно.
Я всегда пытался отвертеться от того, что приходилось делать, и мне это не удавалось. То есть то, что происходило в моей жизни, оно происходило по, скажем, по необходимости. И поэтому я думаю, что как-то под лозунгом «надо». Пришла в школу. Я пришла учиться, у меня какой-то новый опыт. Я знаю, какой старый опыт, поскольку, опять же, я астролог. Я знаю, на что я могу опереться и где моя платформа, на которой я могу стоять твердо и уверенно. И в то же время я понимаю, предполагаю, что учить 40 лет 124, других выводов все равно не будет. Поэтому, конечно, нужно двигаться к новому, нужно двигаться вперед. Поэтому я точно знаю, зачем я пришла учиться. И мне это кайфово. Лабиринты страстей в полумраке иллюзий. Выдох, вдох. На задержке проходят года. Был обед. Значит, скоро наступит ужин. Смена лиц, декораций, во сне бытия. У каждого из нас своя последовательность действий. Начинать день, заканчивать его. Все это называется ритуалы. А какие ритуалы есть у вас? Вообще ритуал важен, я считаю. Другое дело, что зачастую в вот этой вот круговерти бытовухи не успеваешь делать какие-то вещи, которые по-хорошему бы делать надо. У всех по-разному, наверное. Я вот, допустим, понимаю, что встав утром, желательно пораньше, хорошо бы сделать какую-нибудь духовную практику. И потом уже дальше делать все остальное. Но иногда бывает, что некогда. Просыпаешь все это вот хорошее, благостное утреннее время, встаешь уже, надо на работу бежать, и прямо вот не успеваешь сделать хотя бы то, что там делать там надо. Хотя бы там покушать правильно, спокойно и так далее. Это, к сожалению, бывает. Ну, а по факту, конечно, иногда получается, и это очень хорошо. И, наверное, я всем это рекомендую делать, если есть такая возможность. Самодисциплина. Тут опять же возвращаемся к тому, что надо прорабатывать. Наверное, у меня это один из аспектов. Ритуала у меня никакого нет. Для меня это вообще, я не знаю, это, мне кажется, что-то непостижимое. Это всегда благодарение того, как прошел этот день, чем он был наполнен, это анализ. Я не всегда, конечно, именно так засыпала, да, иногда это было, может быть, спонтанно, может быть, те переживания, которые были в течение дня, да, они наполняют тебя. Последнее время мне было очень интересно наблюдать за собой в течение, засыпая, да, в течение дня, что же я чувствовала, какие эмоции ко мне приходили, что я испытывала. И в этом анализе, я думаю, что это тоже очень важно для каждого человека, который идет, по пути, духовно развивается, все-таки контроль нашего сознания. Наш ум, он слишком суетлив, и для того, чтобы его контролировать, нам нужны, я так понимаю, что нужны такие практики, отследить, что было в течение дня, как с этим поработать, как это отпустить, чтобы не переходить и не нести в следующий день сегодняшние эмоции, сегодняшние встречи, которые происходили, они могут быть радостными, могли быть какими-то не очень радостными, печальными, какая-то эмоция была, которая, может быть, неверная, неправильное, и тебе нужно это отследить. Мне нужно. Я понимаю, что мне нужно, я сегодня с этим работаю, отследить, чтобы в завтрашний день это не перенести. И это ритуал. Это каждый день ритуал для того, чтобы оставить все то, что было сегодня, и не нести это в завтрашний день. Изгиб, уклон и поворот расхожих истин. Истина одна. Какая ерунда. Капля падает. Одна. Щебечет на рассвете птица, и солнце в горизонте растворится, когда наступит ночь. Из дней слагаются года, а из секунд – минуты. Ты только этому не верь. Стучащему открыта будет дверь, просящему дано, и кисть великого творения выводит на листе стихотворение и за собой зовет в неведомую высь. Изгиб, уклон и поворот. Держись. Душа.
О ее существовании размышляют тысячи лет. Что такое душа? Где она хранится? Ну, словами этого не скажешь. Я думаю, тут можно только прочувствовать. И то, если опуститься достаточно глубоко внутрь себя, для этого нужна соответствующая атмосфера. Для кого-то, может, это молитва, для кого-то это медитация, для кого-то это какие-то состояния во время тренинга. Ну, на самом деле, соприкоснуться с душой, я думаю, можно, нырнув глубоко в себя и уйдя глубоко в ощущение, что ты чувствуешь по отношению к близкому тебе человеку, к себе, к миру. А вот в такие моменты, я думаю, ты находишься в душевном состоянии. Но в остальные моменты больше, конечно, как... Ну, как... Не скажу, как робот, но как алгоритм, который выполняет какую-то заданную программу. Ну, как часто, да, нырять себя, нужна и соответствующая атмосфера чаще всего. Вот просто так на месте рвануть себя далеко не всегда получится, и не у каждого. Поэтому на это надо выделить время и место. А это у нас такие ценности, да, выделить время и место, чтобы этим делом заняться. Ну да, кто-то, может, практикует по часику медитацию в день, где пытается соединить с собой. Кто-то в йогу уходит, кто-то... Посидеть даже в кафе с любимым человеком, тоже можно соприкоснуться душами. Я думаю, что такие моменты в течение дня, когда ты ощущаешь очень глубокую соединенность с жизнью, вот в этом случае ты соприкасаешься с душой. Ну и у каждого это происходит по своему формате. Но я думаю, что все к этому стремятся, хотя бы сознательно. Это вот так про душу. Душа? Это, скорее всего, больше, чем, допустим, чем тело. Это ж, вот она должна быть огромная, душа. Когда душа маленькая, то в ней помещается мало хорошего, мало добра. Когда душа большая, широкая, то она вмещает в себя такие чувства, наверное, как счастье, любовь, умиротворение какое-то, благодарность за прожитые дни, за прожитые годы, благодарность тому, что с тобой происходило. Может быть и плохое, и хорошее, но все, что не происходит в жизни, наверное, оно дает нам опыт. Конечно, учиться лучше на опыте других, но мы этого не умеем, мы этого не научились. Мы всегда учимся на собственном опыте. Вот, поэтому душа наша, самое главное, чтобы душа была в гармонии с твоим, скорее всего, головой, наверное, с твоими взглядами. И, наверное, чтобы она была, не металась от горя, от какого-то непонятного чувства, что перед выбором, перед каким-то. То есть должна быть гармония все-таки. Тогда и душа будет. Душа. Душа — это, собственно, то, что связывает нас с этим миром, с одной стороны, с другой стороны, с высшим планом. То есть это такой посредник между Богом и человеком. Душа имеет, ну, много аспектов, да. Душа есть, в общем-то, я считаю, всех. У всех существ, у всех, вплоть до там, атомов, молекул. Просто степень развития этой души, она разная у каждой сущности. Вот. Естественно, у человека, ну, в правильном понимании, она достигает наивысшего развития. И, собственно, когда человек сознательно к ней общается, обращается через молитвы, через медитации, через воображение, через какие-то творческие порывы, через голос совести, то, что называется, да, то у человека возникает связь, вот то, что называется, связь с Богом, да, связь с высшими силами. И через это он получает все возможности, вдохновение,
на умения какие-то, сверхъестественные навыки. Ну, в общем, много чего всего. Но вот это вот важный аспект отношений с душой – это то, что человек должен сознательно к этому идти, сознательно с ней взаимодействовать. Только через вот этот вот диалог, что ли, через это построение вот этой тонкой связи и возникает, открывается как бы интуиция. То, к чему стремятся, то, что люди считают за высший дар, вот интуиция, да, на самом деле она есть у всех людей. И все значимые события в мире, ну, все значимые там произведения, любые, музыкальные, художественные, все значимые открытия в жизни совершаются именно из-за проявления вот этой интуиции. То есть человек во сне придумывает музыку, да, человек во сне придумывает формулы, видит. Вот это подсказка со стороны души. Если есть сознательный контакт с душой, ежедневный и не только во сне, но и в обычной жизни, да, то человек способен достичь многого. Есть дух, душа. А что же такое духовность? А духовность – это путь к душе через ежедневный труд, как умственный, так и душевный. Духовность. Душа и духовность – это немножко разные вещи, да? То есть дух у каждого человека. Такой каверзный вопрос. Дух. Духовность. Я понимаю, что ты пояснять мне не будешь духовность. Насколько человек духовно развит. Странно, к этому вопросу не готова. Кто-то во что-то верит, да? Это его духовность. Во что он верит. Каждый во что-то верит. Наверное, это и есть духовность. Во что ты веришь. Заезженное такое слово, которое уже начинает не нравиться. Потому что каждый воспринимает духовность очень по-разному. Это, конечно, не религия. Это, конечно, не ритуалы. Это, опять же, внутренняя совесть. Духовность, то есть, это не интеллект, не сознание. Это что-то очень такое... и невозвышенное даже. Это гармоничное состояние в росте, когда априори ты не можешь сделать плохое, то есть это твои становятся твоими нравственными установками. Ты не можешь обидеть, ты не можешь убить, ты не можешь... вот такое табу, только табу, самосознание. Никто тебя не учит, никто тебя не контролирует, но это такое понимание сопричастности ко всему, абсолютно ко всему на свете, к миру. Понимание, что мы абсолютно едины, и кровь одна, она не голубая, и силы у всех одни и те же, и возможности одни и те же. Кто-то умеет, кто-то не умеет. Но сочувствовать, поддерживать и помогать в природной красоте, ну, это как природа. Мне кажется, это самая та духовность. Немножко понимать законы космические, немножко понимать, как работает мироздание, но чтобы все было в мире, чтобы все было в гармонии, чтобы все было от любви. Вот это духовность. Мы говорим энергия, она питает нашу жизнь, нас. Но что мы знаем о ней? Где ее взять?
Понятно. Энергия, на самом деле, это все, что человек ощущает. Он не может ощущать это без энергии, он не может ощущать ничто другое, кроме как энергию. Да, вы не можете, ну, как рука ощущает руку, так и энергия общается с энергией. Это первое. То есть, хотя сейчас чаще всего под энергией подразумевают нечто, что скрытое, но на самом деле скрытое или там слабо ощущаемое. На самом деле до этого это тоже энергия. Но почему-то как-то вот в терминологии слово «энергия», оно больше, или энергетика, оно больше вот к тому, что еле ощущаемо людьми, что редко ощущаемо, ну, такое квазимистическое, что ли, да. Это больше называется. Я думаю, что все энергия, в том числе то, что вот я сейчас руками двигаю, то, что мы говорим, это тоже энергия. Это общение, это энергия и так далее. Где ее взять? Взять ее можно где угодно, и в том числе она приходит сама. Можно взять даже ниоткуда, потому что энергия не ограничивается только материальным миром. Это более широкое такое явление. И материальный мир, как еда, еще что-то, природа, на которых часто ссылаются, это только часть всего этого. То есть ее можно взять ниоткуда. Это первое такое отличие, может быть, от того, что, скорее всего, другие отвечали. И второе, что она сама может приходить. Особенно в критические моменты она сама приходит. Она может помогать, она может быть разрушительной. Не факт, что это попадет во благо человеку. Один из аспектов нашего существования – это как вот существует определенное там в теле там состояние там тела, вернее, не состояние, а структура. Мясо, кости, кровь. Кровь жидкая. А мясо такое, оно более, ну что ли, материальное, кости прям твердые, и постучать можно по голове, даже, может быть, кого-то и убить. Также и наша жизнь, она состоит из ума, из энергии, из материального аспекта, который нас окружает. Вот энергия – это одна из структур, в которой мы являемся в том числе, которая пронизывает всю нашу Вселенную и всех живых существ, с помощью которой мы, по большому счету, и объединены. Такое бывает. Смыкается кругом в единую точку пространства дорога. А вроде бы было все так полюбовно, и стопы направлены к истине, Богу. Посеяно семя, отмерено время, непрочные корни, нестойкие стебли. И век понимания зачеркнут небрежно минутою злобы, искрой искушения. По делу награды, по мысли расплаты, последний из первых безумством распятый. Круги закругали. Возврат, возвращение, но страсти стихают. Любовь и прощение находят. И снова смыкаются руки. И нет расстояния. И нет уж разлуки. И нет уж разлуки. Вот я иду. Просто действие, шаг. Но кроме этого, я еще психолог, исследователь. Почему мы делаем то, что мы делаем? Я знаю. А вы? Еще в разные времена на это можно ответить по-разному. Когда я решила для себя заняться вот как бы эзотерикой, ну это звучит очень так глобально, хотела понять эзотерику, хотела понять эти вещи. Вот. Чем больше я понимала, вот как бы, или чем больше я узнавала, тем больше мне удавалось там узнать в духовном смысле, тем гадостнее мне казалось физическое существование. Было так жутко. Да, вообще просто вообще происходили такие столкновения между желаемым и действительным, что бывали времена, когда я просто переставала заниматься вот этими вещами эзотерическими и погружалась очень глубоко в материализм. Именно потому что, ну, во-первых, от него никуда не деться, а когда начинаешь осознавать его никчемность, это очень, очень больно, вообще некуда бежать. Я просто начну с чего? На самом деле я стала осознавать себя как вот человека, физический объект в пространстве очень рано, лет, наверное, в начальной школе, 7-8. Мне
закрывалась в туалете, обнимала, унитаз рыдала. Почему? Потому что, ну, то есть я осознавала, что вот он мир, он существовал там, ну, 2000 лет как минимум до меня. И понятно, что мои там вот 70-80 лет какие-то, да, песчина в этом. И будет он существовать, вообще он будет существовать вечно. Вот просто вечно. И зачем на фоне этого вечно вот эти вот мои условные там 70 лет? Что за бред? Зачем они? Вообще зачем они? Я никогда больше не проявлюсь в этом мире. Я никогда... Зачем оно мне? Зачем мне эта боль? И мне было так безумно больно. Или, и вот это как раз, наверное, в последующем явилось толчком, почему я стала пытаться узнать что-то вот о том мире, в котором я существую. Ну и, соответственно, пытаясь узнать, что-то делала для этого. Что-то для этого делала, что-то осуществляла. В какое-то время более успешно, в какое-то менее успешно. С кем-то иногда сводила судьба очень удачно. Какие-то были очень большие периоды времени, когда я занималась только материальными вещами. Сейчас мне есть возможность не углубляться в материализм, больше заниматься какими-то духовными вещами. Я очень рада этому. Я занимаюсь, официально если говорить словами, педагогической деятельностью. Преподаю актерское мастерство, пластику, ставлю спектакли, выступаю как режиссер пластики. Это то, что мне интересно. Иногда пишу. Почему я этим занимаюсь? Потому что мне это нравится. А как я пришел к этому? Потому что я хотел... Чего я хотел? Я хотел стать артистом с детства. Хотел стать актером. Играл сам собой. Вот. И потом, когда поступил в театральный, уже отучился, я понял, что я не хочу быть актером. Вот. А потом, поработав какое-то время в театре, потому что, ну, все-таки я получил профессию, нужно поработать в театре, я как-то вышел на то, что мне нравится работать с детьми. Не преподавать, а работать с детьми. Вместе с ними создавать вселенные, придумывать. А потом я понял, что мне нравится даже не преподавать, не придумывать, а вдохновлять их. Вдохновлять и вселять в них веру, что они могут. Что они могут прыгать, скакать, сочинять. Они могут все. Потому что сколько детей мне попадается, тоже сам и взрослых, которые не уверены в себе. Я этого не смогу. Я это не сделаю. Там бывают такие дети там, в теле, которые там забьются в угол. У меня вот колеса крутят, еще что-то. И мы так потихонечку, помаленечку. Вот я говорю, моя рука. Давай, прыгай вместе. Хоп, получилось, молодец. Давай колесо. Вот еще сейчас получится, еще. Через какое-то время, когда ты видишь, что ребенок начинает верить в себя, что у него получается, это по глазам видно, он начинает оживать, как цветочек расцветать. Я могу. И это самое главное для меня на всех занятиях там, с детьми, со взрослыми, чтобы они сказали себе, вот здесь, Я могу это, я могу также видеть, я могу также слышать, я могу прыгать, придумывать, сочинять. Вот. Потому что для некоторых там видеть и слышать человека, сканировать человека, это что-то недостижимое, это что-то из только шоу экстрасенсов там по телевизору. Я тоже там раньше не думал, что это какой-то там дар какой-то людям. Я говорю, нет, ребята, это всем доступно. Неважно, сколько лет. Главное, поверь себе, доверься себе. И пойми, что это возможно. Это самое главное. И когда этот человек понимает, который доверяет мне тоже, да, он прислушивается к моим словам, не относится к тому, что «Ой, что-то он какие-то заумные слова говорит». Нет, он прислушивается, проверяет, и когда у него получается, говорит «Да, класс, кайф». И он идет дальше рассказывать, что такое возможно. Вот это круто. Для меня, что это людей вдохновляет. Поэтому даже не то, что актерское мастерство, пластика, это все, ну, такое. У меня нет задачи вырастить актеров. Мне цель и желание вдохновить ребят на то, чтобы они дальше шли
тем знанием и ощущением, что они могут все. Потому что сколько я встречаю, да, ребят, которые говорят, ну вот, я работаю там-то, там-то. Ну вот, у меня выбора нет. Я ничего не умею, у меня не получится. Он говорит, ну, чувак, блин, ты же сам себе все рубишь на корню. И я в них узнаю себя. Узнаю себя, который был... сколько мне сейчас, 34? Ладно, там... 10 лет назад, 5 лет назад, который боялся, у меня не получится, у меня это, у меня то, все, третье, десятое. Я вместе с ними учусь, кстати, с ребятами, с детьми, они тоже меня учат. И у нас нет такого, я учитель, все, а вы дети, типа, слушайте меня, я говорю истину. Нет, я прислушиваюсь к ним. Они тоже очень тонкие замечания говорят, комментарии дают. И я не делаю так, да как ты смеешь, ты маленький. Нет. Я беру себе на заметку и пытаюсь ответить на вопрос. Ага, ну хорошо, если это в меня попало, это значит, что во мне это есть. Мне нужно это проработать. И вот, вот так мы и работаем. Дети меня очень многому чему мы научили. И я признателен им. Отпусти меня, великое творение памяти. Прости радость, боль, промелькнувшая вчера. Я уже расправил за спиной крылья и шагнул с обрыва. Высота. В отражении вод слились земля и небо, тень, иллюзия, безликие тона. Некуда идти из ниоткуда. Некому. Бессмертная игра. Смотря на город с высоты птичьего полета, я думаю о том, какая я малая крупица этого великого творение. Если бы у меня была возможность сказать людям что-то важное, что бы я сказал? Что-то банальное? Любите, живите. А что бы сказал каждый из нас? Ничего бы не сказала. Я бы испугалась, промолчала, наверное. Реально. Потому что в такую минуту хочется сказать что-то важное не только для себя, а для людей. Не знаю. Не выложишь за одну минуту что-то такое там особенное. Крикнуть «любите себя», да. Те, кто любит себя, они себя любят. Или давайте жить дружно тоже. У каждого свое. Дорогие мои, цените каждую минуту своей жизни. Потому что жизнь нам дана. Не для того, чтобы мы ее тратили на пустые разговоры, на пустые встречи, на просто прозябание этой жизни. Очень важно понять, что мы делаем в этой жизни. Очень важно осознать, для чего мы пришли сюда. Очень важно осознать, для чего нам дана эта жизнь. И когда мы начинаем это понимать, мы понимаем, что те минуты жизни, которые просто мы с вами прожгли, они ничего нам не дают. Очень важно, чтобы вы в этой жизни были счастливы, были любимы. А это всегда, это труд, труд нашей души. Поэтому я очень желаю, чтобы вы в этой жизни трудились и были счастливы. Ты знаешь радость слез? А боль победы, восторг страдания и крик тишины. Как смерть в рождении возникнув, безудержно спешит ко дну. Уйду, приду и вновь по кругу. Привычней не бывает. Век, миг, срок, запутаны в клубок мелькают даты, раздумья, выводы, итог. Вчера, сегодня, завтра. События, ситуации. И вот происходит одно важное, что делит жизнь на до и после. Влияет ли это на нас? Ну вот, конечно, кризис – это один из таких базовых аспектов продвижения на пути. Потому что не бывает такого, вот, что двигаться получается только с большим удовольствием, радостью и каким-то таким вот позитивом. Периодически приходится сталкиваться с какими-то проблемами. А наша материальная вселенная, она прям иногда подкидывает очень интересные
задачки, которые надо прорабатывать и решать. И от того, как мы их прорабатываем и решаем, как раз и зависит то, как мы... Ну, это как экзамен, условно говоря. Да. То есть мы прошли какой-то путь, мы должны идти дальше, по факту. И вот ну, как бы такая самопроверка получается. Закончили мы вот этот путь, вот этот вот именно отрезок пути, каким-то достойным образом? И можем ли мы идти дальше? Ну, и подкидываются иногда такие вот как так называемые кризисы, да, и у всех они свои. И от того, как мы их, эти вот кризисы проходим или экзамены сдаем, условно говоря, да, и зависит, то остаемся мы на второй год, ну или идем дальше. Кризисы – это всегда плохо. Хоть и говорят, что по китайской, значит, терминологии, там вот это по переводу, что кризис – это, в общем-то, хорошо, это какой-то переворот в твоей жизни, который ведет, скорее всего, ну, ступенька какая-то на высшее какое-то. Я считаю, что это не совсем всегда хорошо, потому что кризис, он и есть кризис. Ну, допустим, даже взять кризис старшего возраста. Он никогда не бывает хорошим. То есть он определяет какие-то движения и поступки человека, которые, может быть, неоправданные абсолютно. И в жизни моей, конечно, были сложные ситуации, сложные дни, сложные годы. Единственное, чему я благодарна, наверное, это все-таки опыт. Это мой опыт. И если бы этот опыт, мой кризис в моей жизни, он не тянул бы какие-то негативные последствия для окружения, для моего, ну, наверное, я бы пережила это гораздо быстрее и легче. И кризис, допустим, если вот, который произошел в моей жизни, чем он, наверное, хорош, потому что всегда выявляется, вот он особо ярко показывает, кто, с кем ты, кто с тобой, кто против тебя. И отношение и твое к жизни меняется, и отношение жизни к тебе также меняется. Я то, что я ем или нет? Как часто мы задумываемся о том, чем наполняем наш желудок? Отслеживаем ли мы, как пища влияет на нас? Ну, конечно, влияет. Нажраться жирной свинины на ночь, ну, нормально. Увидишь такое, мало не покажется. Ну, опять же, без фанатизма. Ну, вот я такой человек. Моя гармония, наверное, она в усредненности. Никогда не хотела быть супер в чем-то. Как сложится, так сложится. Быть, вот все говорят, я особенный. Что в этом хорошего? Золотая середина – это усредненность. Усредненность. Потому что не шаблон, не стереотип, а гармоничное состояние. Потому что все остальное – тебя вышибает из этой зоны равновесия или зоны комфорта. И быть особенным в чем-то, ну, можно быть особенным в болезнях. Быть особенным качком, этот руки-бузуки или как-то, ну, это же кошмар, или вот это вот, вареники вот эти тоже, это тоже особенные люди. Поэтому я как-то за особенность в гармонии. Поэтому питание, конечно, важно, и, ну, я не вегетарианка. Я честно говорю, потому что в нашем климате, ну, для, никого не осуждаю, не хочу это даже обсуждать. Я уважаю тех вегетарианцев, которые не агрессивные. Потому что когда агрессивно насаждается свойством способ питания, явно он им не на пользу. Поэтому я питаюсь скромно, но разнообразно. Ем все, что я хочу, хочу мало. Перешла на интегральное голодание, похудела на 7 килограмм за лето. Мне хорошо. Все. Ну, конечно, это всем известно, что если объешься, то ночью плохо спать. Это все понятно. Но если раньше, когда молодой, ты на это не обращаешь внимания, и тебе кажется, что ты камни готов переварить, неважно, в любом состоянии заснешь и выспишься. Ну, может, немножко на утро будет некомфортное состояние, но неважно, как ты, сколько съел и сколько ты выпил при этом. Но с годами, конечно, все это начинает сказываться, и ты начинаешь как бы уже и перед сном стараться поменьше съесть, чтобы выспаться,
И стараешься не заходить там в Макдональдс или в такие фастфуды, потому что вкусно, но потом часа два такое ощущение, что ты камней наглотался, и они никак не могут перевариться. И вот это вот тяжелое состояние после, в молодости можно не ощущать, а дальше-то оно чувствуется. Поэтому тут мне, конечно, везет, что у меня жена готовит, и в основном мы питаемся там домашней пищей. Ну, какие-нибудь вкусняшки купить к чаю или кофейку, конечно же, хочется. И в этом плане... В этом плане есть еще куда двигаться в плане здорового образа жизни. Так что еще много что можно усовершенствовать и двигаться. Удовольствие перекусить сейчас, какую-нибудь вкусняшку поесть, а потом все равно на тренировке все сгорит. Оно как бы перевешивает и не всегда притормаживаешь. Хотя, конечно, я заметил, что после каких-то серьезных вот этих вот душевных процессов ты ходишь более погруженным в свои ощущения, тебе не так хочется чего-то сладкого, ты как бы более тонко чувствуешь, надо тебе что-то поесть вкусненького или не надо, и как-то спокойнее от этого отказываешься. Думаю, что стремление к сладкому действительно во многом зависит от того, что мы заедаем какие-то свои внутренние противоречия, страхи, неуверенность какую-то или... Ну, какие-то внутренние конфликтные ситуации, нестыковки. Ну, мы это как бы сладким как бы замазываем. Почувствовать улучшение жизни хоть ненадолго, а внутри тебя какой-то разлад. Если этот разлад, он как зубная боль подтачивает тебя, то ты периодически начинаешь почаще заедать это чем-то сладким. Я думаю, что в этом какие-то корни есть, и... Если это отслеживать, то можно будет нащупать причину, и после этого и вкусы могут поменяться. Ну или просто познакомиться с друзьями, которые придерживаются здорового образа жизни, они много что интересного расскажут, тоже могут вдохновить на изменения. В свое время к нам дети пришли и сказали, вот давайте мы с сыроедением займемся, на овощах будем. Ну, так пошли на эксперимент, несколько месяцев всей семьей так дружненько поменяли стиль питания. Это было интересным приключением, и было здорово. Поэтому стоит с этим экспериментировать. Это, понятно, и на сон влияет, и на энергетику. Но это туда же в сторону открытости, насколько там открыт мир, и насколько готов менять свои привычки. В городской суете мы бежим, торопимся и не замечаем, как теряем свою энергию. А когда мы оказываемся на природе, здесь тихо, спокойно, прохладно. И мы чувствуем, как наполняемся энергией, как заряжаемся ей. Каждое место по-своему влияет на человека. Замечали ли вы это? Место однозначно влияет. Я раньше об этом не задумывалась. Но занимаешься практиками, что-то тебе нравится, что-то тебе не нравится в этих практиках. И никогда не задумывалась о том месте, где я нахожусь. Вот. Я постоянно меняла место работы. То есть приду, поработаю, считываю информацию с людей, о чем они думают, как они ко мне относятся. Это происходит автоматически, интуитивно. Так, люди ко мне плохо относятся, мне здесь работать некомфортно, я ухожу из этого салона. Другой салон пришла, то же самое. Да, это то, что касается косметологии. И так было постоянно. Вот до года 3 назад я решила, что нужно выбрать такое место и работать одной, чтобы не считывать, опять же, с людей, да, какую-то информацию, потому что все приходят с разным настроением. Ты заходишь в двери, ты считал все, что находится вокруг тебя, какое у людей настроение. И ты заходишь, и это настроение сразу принимаешь на себя интуитивно. Ну, как-то вот, да. И заходишь, и грустный такой снова в кабинет, считал всю информацию. То есть, заходя в этот кабинет, я захожу, смотрю в окно. Первое время у меня было так, ах, где я вообще, да? То есть, зашла в кабинет сразу, посмотрела красоту города, настроение только мое, соседи хорошие. То есть, я когда заходила, я всех посчитала.
Вот. Мне здесь нравится, мне здесь комфортно, мне здесь хорошо. Начали другие люди приходить. То есть, если там были, ну, коллектив какой-то такой, да, то и приходили люди с такими же проблемами, ты с ними там работал в косметологии, да. Здесь какие-то другие люди начали приходить. То есть место, ну, влияет на то, какие люди сюда приходят. Или, а возможно, просто потому что я по-другому это место ощущаю, да. Вот, то есть влияет. Да, ты знаешь, и очень ощущается, особенно на занятиях ты ходишь, и это начинается уже ощущаться атмосферу, ну, либо на репетицию, когда ты идешь, там, например, репетиция в другом городе, а ты едешь в аэропорт и уже понимаешь, что ты понравишься, что тебя там ждет, либо на занятия, ты выезжаешь из дома и понимаешь, что сегодня кто-то пришел провоцировать меня. И ты приходишь, понимаешь, окей, я это принимаю. Я с этим не борюсь. Себя бью по рукам, когда я начинаю зачем-то с этим бороться. Но это бывает в редких случаях. Вот. Перестраиваю все и отталкиваюсь от того, с чем пришел человек. И стараюсь это все трансформировать. Вот. Если получается, то ура, класс. Если не хватает времени на это, человек сам уходит. Либо мы остаемся вот в таком... Но уже потом следующее занятие, уже все, цветочки, классно, все меняется. Либо там уже в переписке. Ну да, влияет ли? Иногда влияет, когда нет сил, устал, и нет сил трансформировать, и что-то делать. Ты думаешь, окей, работать надо. И делаешь, пропускаешь это все через себя, ничего не меняя, как ты это все представляешь, что это так, через мясорубку все идет, вот так. Ты думаешь, ну окей, ну сейчас надо эти полтора часа побыть здесь, в следующий раз будет по-другому. Раньше я очень обижался на это. Ты пришел, там все идет перекосяк, ты приходишь домой, все, я не буду преподавать, это не мое. Но это многие педагоги так делают. Заниматься. Нет, сейчас я понимаю, что нужно это принять. Что у человека, у людей бывают загоны, бывают ситуации, которых выбивают, и они это несут дальше. У них свои страхи, они приносят сюда их. Я не могу ничего с этим поделать. Ну, так, чтобы это взять, так собраться. Нет. Если человек, ну, готов над этим работать, мы как-то в этом во всем приходим. И меняемся. Вот. А так, да, я прихожу уже с определенным настроим, да. Я уже стал приходить пораньше сюда, чтобы запускать здесь определенные такие волны, чтобы детям было здесь комфортно. Но я еще не знаю пока, кто с чем пришел. Потому что я сейчас настроен на тебя. Вот, посмотрим. Я перестал готовиться к занятиям. Раньше я готовился, был список, план. Делаем то. И не всегда шел все по плану. Я понял, что это бессмысленно, строить планы. Так же, как и в жизни. Ты строишь планы, а потом, ну и что, у тебя не получается. Вот люди построили планы, карантин наступил. И что тебе? Ну ничего не сделаешь. Вот так же и здесь. Ты смотришь и отталкиваешься от них. Кто с чем пришел, кто в каком настроении. И от этого начинаешь уже писать. Все, вот она жизнь. Здесь и сейчас. Так я и живу. Здесь и сейчас. Хотя меня на меня ругаются там иногда. Как-то надо строить планы на жизнь, на дальнейшую. И откуда я знаю, как она будет дальше? Я хочу получать удовольствие от того, что происходит сейчас. Данную секунду, в каждую минуту. Солнечный свет не пускает обратно. Оглянись. Смысла нет возвращаться назад. Там, на карте, белые жирные пятна. За окном, облетевший с годами пейзаж. Вот и заканчивается краткий экскурс в человеческие души. Сколько пройдено? Сколько еще предстоит пройти? Но пока горит свеча, я буду снова и снова отправляться в путь, развиваться, падать и вставать. Я сделал свой выбор, а вы –